комментарий к матчу. Слава провела хорошую игру. Наверное, первый тайм получился чуть больше, чем второй. По крайней мере, большая его часть. Итог встречи подведи. Ну, хочу сказать всем большое спасибо своей команде, коллективу. Ребята бились до последней минуты, не сдавались. Оставили все силы на поле. Хочу также сказать то, что мы в большинстве случаев, наверное, проиграли на своих ошибках. Где-то не подкинули, где-то плохой коридор был, сброс. В общем, маленькие-маленькие ошибки, и из-за этого проиграли. В принципе, почти и в защите нормально бились, захватывали, по ширине успевали захватывать, и в атаке нормально. Заставляли команду сужаться и почти разводили по ширине. Что все-таки сегодня не получилось? Кроме ошибок, свои моменты в игре были, там, может быть, что не устроило? Схватки, коридоры были моменты? Схватки полностью, в принципе, устроили, хорошо работали в них. Немного не устроил, в общем, сам свой сброс. В некоторых моментах подвел команду, потому что когда пришли в зону 22, перебросил. В последней атаке была возможность совершить попытку, но Сироткин там пас не отдал. Не будете ругать его за это? Ну, не он виноват в одной ошибке. Виноват весь коллектив. То есть многие сегодня ошибались. И винить одного человека в проигрыше нельзя. Он пытался сделать как лучше, но в этот момент не сделал, не нужен. Не выбрал ненужный правильный момент, как сделать правильно. Если на третье место шансов уже практически не осталось, то занять четвертое и получить преимущество своего поля в первом раунде вполне реально. Для этого нужно обыграть Кубань, Металлург, Славе под силу. И это все под силу. Будем работать эти две недели до следующей игры. По-моему, у нас будет с Металлургом, если не ошибаюсь. Да. Будем стараться, будем отрабатывать все аспекты игры. Я думаю, все получится у нас. Мы будем играть в плей-оффе. Нормально все.